бесконечной зима, все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они не шлют телеграмм. Они стоят, как ступени, пока горящая нефть хлещется дождем на этаж. И откуда-то им слышится пение. А нас все уверяют, что это мираж. Пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как волки не умеют есть мясо, как птицы не умеют закона, но так и не дошел до любви. Но молись за нас, если можешь. У нас нет надежды, но а голоса звучат все ближе и строже. И будь я проклят, если это